всякие крутые места ходим, когда отдыхаем. Очень хороший, мне он очень нравится. Ну, много всего интересного. Я буду выступать со своим братом. А превратятся они в настоящих химических змей. Детям участвовать в этих конкурсах, в этих мероприятиях всякие. Это все интересно для детей. Спасибо организаторам. И когда человек, действительно находясь на работе, может посвятить себя еще больше семье, это действительно очень важно и ценно. Такие мероприятия, они в любом случае объединяют, потому что здесь мамочки, папы рядом со своими детьми. Праздник, фестиваль семей сотрудников и студентов КФУ. И мои дети активное участие принимают в этом фестивале уже не один год. Мы рисуем, делаем поделки, поем, играем на фортепиано. Мы участвуем в этом награждении как одна из лучших семей КФУ. Университетские семьи – это есть тот оплот, на котором зиждется вот эта большая корпорация, которая называется Казанский университет. Спасибо вам! Это не просто фестиваль семей. Это фестиваль семейного творчества. Сколько замечательных талантов, сколько замечательных семей. А какое это прекрасное слово «семья»!